желаю, товарищи фолловеры. Мое наименование по ГОСТу Павел Павлович Мавриди. И это мой блог «Мужская кухня». Так уж вышло, что я единственный мужчина на планете, который готовит вкусно и быстро. И каждый выпуск я буду учить вас кулинарить, чтобы женщины пальчики облизывали. Ха-ха, ну достаточно. Сегодня оладьи краснокаменские, товарищи. Для теста требуется 2 кокушка, пачка сметаны или кефира, 2 стакана муки, сода, соль, сахар и уксус или бальзамик, а также немножко маслица. Ну что ж, начнем. Мы разбиваем кокушки. По-мужски. Да. Вываливаем туда всю сметану. Сыпем сахар, пол горсти, соль, чайную ложку. Затем мы гасим соду. Все это мы теперь должны перемешать. Стаканчик муки. Хлопа. И подливаем чуть-чуть кипяченой водички. Две минуты и тесто готово. Тесто можно ставить в сковородку, чтобы она раскалилась, как женщина в постели. Главный секрет сибирских оладий. Закрываем крышкой, чтобы тесто поднялось. Ждем 40 секунд и открываем крышку, а затем переворачиваем. Иногда случается непредвиденное. Ножки красивые. И ставим вторую партию. Но пока доходит последняя партия, лирика в стихах. Хочется пукнуть, а пукнуть нельзя. Услышат соседи, погибнут друзья. Ха-ха, ну достаточно. Господа мужчины, 10 минут и оладьи краснокаменские готовы. Подаем женщинам тарелки, например, с вареньем. Буржуазии можно с шоколадом. Это все, товарищи фолловеры. А в следующий разочек мы будем готовить сардельку. Что, не нравится? Как говорится, ха-ха. Ну, достаточно.